Так, всем добрый день. Сегодня у нас на распаковке гибкое крепление для стойки студийного света, чтобы закреплять вспышки, например, под различными углами. Ну, либо свет тоже можно размещать. Фирма Antoir поставляет данные два комплекта, ввиду того, что две стойки есть. Так что одну мы отложим, а вторую посмотрим, что находится внутри. То есть вот непосредственно такая вот стойка. Гибкая, то есть здесь резьба 1/4, здесь идет закрепление на стойку освещения, чтобы она надежно закрепить. Ну и тем самым на 26 сантиметров 8 увеличивается длина немножко стойки. Ну и благодаря тому, что гибкий здесь соединение, то есть можно под различными углами ставить свет. Если такой возможности нет непосредственно у источника. То есть у меня у одного источника есть. Это EGNO 216. Можете посмотреть на канале, на камерный свет. Ну и есть еще EGNO 608. Это кольцевой, как вариант взял. Ну и для других целей. То есть можно не только свет, но и, например, камеру, которую какую-нибудь поставить и так далее. Под различными углами. Чтобы в дальнейшем можно было снять объект различными способами. Давайте посмотрим, на что это все способно. Итак, смотрим. Так, есть у нас стойка. Давайте на нее закреплять гибкую вставку. То есть вставляется, закрепляется. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.